Друзья, всем привет, с вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас полноценный обзор Xiaomi Mi 9T или же Redmi K20 Pro, или же, как говорят некоторые источники, Pocophone F2. В общем, полностью, друзья, я нарыл информацию по этому телефону, все обновления прошивочки все пришли, все я поднастроил, поэтому могу рассказать вам полноценно об этом телефоне. Перед распаковкой я хотел бы объявить о розыгрыше, нет, не этого телефона, а пауэрбанка от компании Xiaomi на 20 тысяч мАч, друзья. Условия этого конкурса вы будете узнавать по ходу действия этого видео. А первое условие, друзья, досмотреть это видео до конца. Вот такая черная коробочка, друзья, не в стиле компании Xiaomi. Коробочка выглядит не совсем по-флагмански. Здесь все очень просто. Зарядка Quick Charge 3.0, кабель USB-A, USB-C, скрепка, мануальчик и чехол. Хотел обратить внимание, что чехол действительно, друзья, не стыдный. Он закрывает камеру, чтобы она не царапалась. Также все остальные входы и выходы расположены очень удобно. В общем, друзья, чехол обычно такой я заказываю на AliExpress отдельно, а здесь он уже идет в комплекте, и за это реально респект компании Xiaomi. Перейдем к характеристикам этого телефона, и первое — это экран. Экран здесь одно из самых основных достоинств этого телефона. Диагональ экрана 6,39 дюймов, это Super AMOLED Full HD плюс разрешение. Здесь 403 ppi, очень хорошее разрешение, и Corning Gorilla Glass 5 поколения. Также здесь, друзья, присутствует Always On Display. Экран, друзья, экран мне очень понравился. Экран сочный, яркий, красивый. Я уже сравнил его немного с Mi 9 SE, и знаете, я вам скажу, что он ярче, лучше, чем на Mi 9 SE. При солнце этот экран ведет себя великолепно, то есть при самом ярком солнце вы можете пользоваться экраном, он не засвечивается, то есть все абсолютно хорошо видно. А второй момент в отношении этого экрана, я понял, что, друзья, безрамочники — это мое. Ни капелька, друзья, ни монобровь, ни что-либо другое. А вот именно полностью безрамочный экран — это просто топовая тема. На Always On Display есть красивая анимация, показывает он время. И, друзья, наверное, самый наболевший вопрос, о котором вы обязательно упомянете в комментариях, это шим, есть ли он здесь или нет. Друзья, я этот шим никак не вижу. В основном самый мощный шим выявляется на минимальной яркости. Друзья, я смотрел на этот телефон на минимальной яркости, я им пользовался целый день. Я смотрел на нем видео, я играл в игры. Далее идем модули связи. LTE, здесь есть бенды 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28. Но нужные нам 3, 7 и 20 я здесь выделил. Друзья, эти бенды есть. LTE ловит везде без проблем. Можно смотреть видео, видео онлайн, играть в игрушки и без всяких проблем. Wi-Fi здесь на 2,4 и на 5 ГГц. Это отличная новость. Bluetooth 5.0. GPS есть. И, друзья, NFC. NFC с коробочки не работал. Вот здесь, друзья, выйдет ссылочка на втором канале, я объясняю, как настроить NFC. В принципе, все настраивается, но если вы не скиллованный парень, то, возможно, у вас будут в этом отношении проблемы. Поэтому обязательно посмотрите то видео, как настраивать NFC. По операционной системе здесь Android 9 Pie, собственная оболочка MIUI 10.3.7.0, стабильная глобалочка, жесты есть. Недавно совсем, друзья, прилетело обновление. Я, кстати, уже говорил о том, что в начале были проблемы с прошивкой, но у компании Xiaomi в этом отношении уже давняя-давняя традиция, поэтому здесь я, друзья, ничему не удивляюсь. Постепенно они обновляют, и прошивка все больше улучшается и улучшается. По камерам. Здесь три основные камеры. Первая камера — двукратный зум на 8 мегапикселей от компании OmniVision. Далее основная камера 48 мегапикселей Sony MX582, апертура f1.75. Она же и делает телеснимки, а зум нужен, друзья, здесь только для эффекта буке. И внизу идет у нас 13-мегапиксельная камера широкоугольная. И вот она, друзья, решает угол обзора 124 градуса. Великолепно. Фронталочка здесь выезжающая на 20 мегапикселей, апертура f2.2. Основная камера снимает в 4К 30 кадров в секунду, также Full HD 30 и 60 кадров в секунду. Есть замедленная съемка, есть быстрая съемка, и замедленная съемка, друзья, даже в 960 FPS. Это реально круто, и такие замедленные кадры получаются очень даже красивые. Стабилизация есть во всех этих камерах. Фронталочка снимает Full HD 30 кадров в секунду, и здесь стабилизации нет. Давайте посмотрим примеры фото и видео на основные камеры.
Вначале мы делаем стандартную фотографию, то есть без настройки на 48 мегапикселей, и увеличиваем. Детализация, друзья, мне очень нравится, потому что здесь есть все необходимое, да, нет каких-то микрофризов, то есть нет лишних каких-то пикселей. И смотрите, здесь даже есть намеки на пятый ряд. Вот на эти полосочки обратите внимание, здесь, да, что-то мелькает. Давайте пойдем к краю линзы и посмотрим. Мы идем к краю линзы и видим, что ситуация точно такая же. Мне здесь все нравится. Четвертый ряд очень даже неплохо сохраняется. Давайте посмотрим фото на широкий угол. Делаем приближение. Здесь мы видим, что, конечно, ситуация гораздо хуже. Это совсем другая камера. Она не такая детализированная. Четвертый ряд уже замылен. Пятого ряда вообще нет, не видно. Но если мы пойдем к краю линзы, мы будем ощущать, что ситуация становится все хуже, хуже, хуже. Далее снимок сделан на телеобъектив. Но, по сути, это обычная 48-мегапиксельная камера с кропом, которая делает вот такие снимки. Телеобъектив вообще участвует именно в портретной съемке. Ну, есть некоторый род детализации, но она, конечно, гораздо хуже и постепенно пропадает. Далее снимки на 48 мегапикселей. И здесь, друзья, прям все очень даже классно, очень великолепно. Повторюсь, что я все снимки делаю с рук. Не со штатива, а именно с рук. Посмотрите, сразу же пятый ряд виден. Да, тут тоже есть пятый ряд, здесь есть пятый ряд, не говоря уже о четвертом ряду. То есть здесь вообще все в плане детализации очень даже круто. Давайте пойдем к краю линзы, и мы посмотрим, что ситуация, конечно, потихонечку ухудшается, но здесь, в принципе, тоже все неплохо. И смотрите, даже пятый ряд здесь можно просмотреть. То есть это говорит о том, что линза здесь просто суперского качества. И за это компании Xiaomi большое спасибо. В плане детализации суперский телефон. Так выглядит портретный режим. Если у вас не сильно сложный объект, то неплохо он вырезается. Да, смотрите, там эффект буке. По цветопередаче, друзья, вот таким образом цвет передается. Мне здесь тоже понравилось. При недостаточном освещении получаются такие фотографии. Появляются немножко шумы. Далее на 48 мегапикселей при очень хорошем освещении делаем кроп вот этого здания. Вот обратите, здесь пока ничего не видно. И вот при таком увеличении, друзья, можно рассмотреть, что здесь вот висит какое-то белье. То есть смотрите, да, детали просто суперский можно рассматривать на этом телефоне. Сейчас снимаем на основную камеру в Full HD качестве, 30 кадров в секунду. И обратите внимание, картинка отличная, стабилизация отличная, звук тоже пишем непосредственно на камеру. И сейчас мы будем снимать на широкоуголку. Обратите внимание на широкий угол, да, то есть больше пространства, гораздо больше помещается. То ощущение, когда снимаешь на широкий угол, это очень классно, да. То есть ты снимаешь как будто бы на GoPro. Сейчас снимаем на телеобъектив, я руку просто вытянул полностью, чтобы меня хоть как-то было видно. Но что меня порадовало, во всех трех камерах есть стабилизация. Фронтальная камера, друзья, здесь меня тоже очень даже порадовало. Здесь есть все необходимое. При очень хорошем освещении, но по сути при лучшем освещении, которое в принципе возможно, этот телефон делает отличные снимки. С великолепной детализацией, да, смотрите, все отдельные волоски, все абсолютно. Это абсолютно топовая, можно сказать, профессиональная камера для телефона, фронтальная. Единственное, что меня не устроило, вы сейчас посмотрите пример видео на фронтальную камеру. А видео на фронтальную камеру Xiaomi Mi 9T. Что меня не порадовало, друзья, то, что здесь нет стабилизации, как бы, да. То есть вот я иду сейчас, немножко у меня рука трясется. Вот, по картинке, по цветопередаче, очень даже неплохая фронталка. Далее у нас, друзья, центральный камень. Наша версия с 730-м Snapdragon, который построен по 8-нанометровому техпроцессу. Друзья, вдумайтесь только, телефон с 8-нанометровым техпроцессором. Кажется, ну, что обычная тема. Последний Exynos у компании Samsung, топовый, 9820, построен по 8-нанометровому техпроцессу. Те телефончики стоят от 50 тысяч рублей, то есть в два раза дороже. Топчик, друзья, топчик. Почему? Потому что он тратит меньше батареи и выдает больше энергии. Вот в этом самый большой плюс этого телефона. Видеоускоритель Adreno 618. Версии есть на 664 и наша версия на 6128. Память типа LPDDR4X. MicroSD, друзья, сюда установить никоим образом невозможно. И вон тут он выбивает 213 тысяч баллов. Пройдя по этой ссылочке, вы можете посмотреть видео тест игр на этом телефоне, как он себя ведет. Около часа мы играли, и в общем все остальные тесты проведены там, можете ознакомиться и посмотреть. А также, друзья, второе условие розыгрыша на Powerbank от компании Xiaomi — это поставить лайк этому видео. Хотя это флагманы уходят от мини-джека, но, друзья, здесь есть мини-джек, и за это лайк этому телефону. Друзья, я готов отказаться от IP68
8, то есть защиты от воды. Пишите в комментариях, что вы выбираете, мини-джек или же IP68. Я лично выбираю мини-джек. Сканер отпечатков пальцев, друзья, здесь встроен в экран. Работает он, в принципе, так неплохо, но, конечно, ему еще очень далеко до стандартного сканера отпечатков пальцев, к которому мы привыкли. То есть он по сравнению с ним немного подтормаживает. Работает плюс-минус неплохо, как на Mi 9SE. Разблокировка по лицу здесь тоже работает очень даже неплохо, но, как вы знаете, она небезопасная. Здесь выезжает камера. Короче, это очень долгий процесс, неинтересный, муторный. Я ей не пользуюсь, но работает она отлично. По звуку я скажу, что это, наверное, самый лучший телефон, который был у меня на канале. Звук здесь реально крут за свои деньги. Он очень хорош, он детализированный. Можно сказать, такой жирный, красивый, приятный звук. А в наушниках у друзья он просто вообще бомбический. Мне все понравилось по звуку. У меня нет вообще, друзья, никаких нареканий. Далее батарея на 4000 мАч, 2 дня держит он отлично. И это второй, кстати, большой плюс этого телефона, то, что здесь AMOLED экран, здесь 8 нанометров и батарея на 4000 мАч. Все это приводит нас к тому, что с таким большущим экраном телефон живет 2 дня вообще без проблем. Мне, друзья, это очень и очень нравится, потому что я люблю, когда мой телефончик не садится. В комплекте идет Quick Charge 3.0, 18 Вт, и заряжается он приблизительно за 1 час 40 минут. 1 час выигранный телефоне на максималках и на максимальной яркости посадил этот телефон на 14%. Конкуренты, друзья, этого телефона Xiaomi Mi 9SE, наверное, это самый адекватный и правильный конкурент на сегодня. Также Meizu 16H я бы сюда еще добавил. Цвета этого телефона карбон, также есть синий цвет и есть красный цвет. Далее, друзья, третье условие для получения пауэрбанка – это подписка на этот канал, но вы, наверное, уже об этом знаете. Внешние элементы этого телефона. Сверху у нас, друзья, динамик, встроен в ребро, также 20-мегапиксельная камера фронтальная, и световой индикатор, друзья, встроен именно в камеру сверху. Это, кстати, мне очень не понравилось, обратите внимание, как он здесь выглядит. То есть ты не видишь, как он моргает или как он себя ведет. То есть световой индикатор встроен в ребро, то есть не на лицевой панели. На какое-то решение не очень айсовое. Но на Mi 9SE вообще светового индикатора нет. Левая грань полностью пустая. Внизу сим-лоток на 2 нано-сим-карты. MicroSD сюда установить невозможно. Также микрофон, USB Type-C, основной динамик. На правой грани кнопки громкости и кнопка включения и выключения красного цвета, друзья. Лично мне эта тема очень-очень заходит, потому что у меня цвет карбон. На задней крышке сверху камера на 8 мегапикселей, также основная на 48 мегапикселей и широкоугольная камера на 13 мегапикселей, внизу вспышка. Сверху идет мини-джек, второй микрофон для шумоподавления. Правая грань, как вы уже поняли, пустая, здесь есть надпись Mi и вся задняя крышка сделана из хорошего качественного стекла. И, друзья, я, наверное, вам надоел, но четвертое условие для получения пауэрбанка – это любой комментарий под этим видео. Плюс и минусы этого телефона. Первый плюс – это 730 Snapdragon, построен по 8-нанометровому техпроцессу. Это великолепный процессор. Второй плюс, друзья, это все камеры основные. Мне они все очень даже понравились. Экран. Экран здесь отличный, безрамочный, очень сочный, очень красивый. Все мне здесь понравилось. То, что здесь присутствует NFC, друзья, это тоже очень большой плюс. Пятое – это 4000 мАч батареечка плюс 730 Snapdragon. Очень даже сильно решает, и телефон очень живой. Шестое. Чехол в комплекте очень даже не стыдный. Седьмое. Хороший звук в наушниках. Вот это, друзья, наверное, самые основные плюсы. Из минусов. А цена на старте, о которой мы поговорим немножечко попозже. Второе. Световой индикатор находится непонятно в каком месте. Третье. NFC с коробочки не работает, его нужно настраивать. И четвертое. Нет стабилизации на фронтальной камере. Но, друзья, цена поправится со временем. NFC, я думаю, тоже с прошивками поправят. Но вот световой индикатор и стабилизация во фронтальной камере, эти два минуса, они все-таки останутся. Ну и, друзья, последний момент перед выводами, это цена этого телефона. В начале цены на Алиэкспрессе версия 4.64 стоит около 24 тысяч рублей, это примерно $369. Версия 6.128 около 27 тысяч рублей, это приблизительно $414. У официальных дилеров этот телефон стоит, ну, в России. Версия 6.64 26 тысяч рублей, это приблизительно $400. 6.128 29 тысяч рублей приблизительно. Вот, друзья, такие ценники. Какие выводы по поводу этого телефона? Реально, скорее всего, я оставлю себе его как основной телефон, потому что не все телефончики, друзья, мне нравятся, хотя я часто их нахваливаю. Но, друзья, вот здесь сложилось все.
Все, что мне необходимо, есть именно в этом телефоне. Недочеты по прошивке, они есть. И я готов, друзья, с ними смириться, потому что компания Xiaomi активно допиливает свою прошивку. Поэтому я уверен, что все косяки, мелкие баги и так далее, все они допилят. Цена упадет, друзья, поэтому на старте продаж, ну, не торопитесь его убрать. Скорее всего, его цена упадет в районе отметки 21 тысяча рублей. Это приблизительно $310-$320. Это будет, наверное, самая правильная и адекватная цена по этому телефону. Ну и последнее, друзья, условие для розыгрыша пауэрбанка от компании Xiaomi — это подписка на телеграм-канал. Да, друзья, не ругайтесь, но выполните все условия один раз и будете участвовать на этом канале в розыгрышах, уже не напрягаясь, потому что у вас будут уже все условия выполнены. С вами был я, Эдскрабер. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.